женская война. Штурмует сквозняк, память кликушечье проклятие жидам. В жилах аммиак вяжет рот косяк бойцам. Внуки портретов зачаты в рабах, руки согреты дыханием резца. Звезды на крестах, но сталью греет пах их царь. Мой цвет красный, мой хлеб черный, твой цвет разный, твой хлеб мертвый. Умели креститься отцы, если бы дети хранили огонь. Рушатся дворцы, крошатся лесы, закон! Свой старенький верный Максим. Слух вчерашних слух режет свежий пух. Аминь! Слава героям гражданской войны! Слава героям гражданской войны! Слава героям гражданской войны! Вечная слава! This is the Soviet Union, standing my back to Siberia. Here is the North Pole. Here is the so-called West, where a rock was born, and then it came to the Soviet Union with the airwaves and with the black market records, and finally it has hit Soviet youth in the early 60s. The most important centers then were Estonia, because, you know, they are quite close to Finland and they can watch Finnish TV, so they had a lot more information than we in Russia. Then it was Leningrad and Moscow. In the early 80s there was a small change for the better, because then the Ministry of Culture and the state concert organizations, they recognize that rock is a big commercial force, and then the most popular Soviet bands like Машина времени, Автограф, and so on. Мы получили возможность работать профессионально, давать концерты, но не имели ни пластинок, ни телевидения, ни радио, никакого промоушен. This was the time when the Soviet rock split into official rock and the non-official rock, so-called underground rock. Then we had some very difficult times in 1984, when all rock was virtually banned and we got no gigs, and that time rock was declared very decadent and dangerous to Soviet youth.
dangerous to mental health and to morality and so on. Музыка у нас достаточно традиционная. Певцы мы не особенно высокого класса, музыканты тоже. Так что, если есть в этом какой-то смысл, так это в том, про что. Thanks God, it all has ended in April 1985 with new cars of Soviet Union. Субтитры сделал DimaTorzok.
Estonia is the smallest republic in the Soviet Union, and I'm happy that 2 years ago our government realized that there are 15 different cultures, different traditions. And I, as a rock musician, I hope that my music and our music keeps young people and young audience together and help they identify with Estonian culture.
знаешь, сейчас очень много говорят о роке. И говорят, что рок — это черное месса, что рок — это духовная сивуха, что рок — это вообще, так сказать, порождение дьявола, что рок пришел к нам с запада. И вообще все, что касается рока, встречает страшное противление со стороны старшего поколения. Как ты думаешь, почему такая агрессия со стороны старших в сторону именно рок-музыки? А, во-первых, потому что рок — это вызов старшего поколения. Рок — это правда, это голос поколения. Это вызов поколения, это энергия поколения, динамика поколения. Недавно в газете «Смена» была опубликована статья некоего профессора Углова. Вот он как раз об этом и говорил, что существует патология некая в среде рокеров. Вот они заражены какой-то, вот, ну, чисто как психологически, так и физически, они, ну, изуродованы.
И, соответственно, боль их преследует постоянно. Ну, видимо, вот это то же самое происходит со мной. То есть можно сказать, что... Я доверяю медицине. Ты — это больное поколение? То есть вот так. То есть за горло. Больше всего сделали для такого понятия, как перестройка. Я не люблю это слово, но, пожалуй, если уж кого-то выделять, то, может быть, это Битлзы на первом месте. Танцуют рок-н-ролл. И зима
Солдаты без спокойствия ничего не понимают. С фейерверком озаряясь, Новый год в их жизнь вошел. Солнце встает над городом Ленина. 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 Наконец-то что-то изменилось, наконец-то, я не знаю, что это за перемены, но это что-то изменилось, хоть немножко. Раньше это было все одинаково, много лет, одинаково совершенно все, все законы, все. И сейчас что-то вот в этом болоте начинает бурлить. Чи
книжечку цвета крови. Дома нормально смеется отец, мол, шмиком самол вперед. Значок рассказал на этот счет анекдот. Но по документам друзья комсомольцы, зачем выделяться зря? А в жизни один торгует штанами, другой наркоман и свинья. Собраниях боишься храпеть, и ты учил много красивых слов, но ты не знаешь, как же их спеть. Прячешь за лозунг от слова конфликт на праведный путь карьеры. Ты стал, и тебе уже не помешать спекулируя над символом веры. Леля, партия, комсомол. Леля, партия, комсомол. Трибуны в реча, учить их мечтать и грезить. Привет тебе, рыцарь, утопленный флаг. Я закрываю двери, но все в порядке. Я шлю тебе пламенный привет. Сегодня впервые ты получил комсомольский билет. Для нашего поколения самое главное в наше, так сказать, революционное время – это искренность. И такие группы работают искренне, от всей души, от всего сердца, только потому, что они сами находятся в очень тяжелом состоянии. А когда у человека есть все, и когда он сыт и доволен, ему просто не до проблем, он не может ни о чем говорить. И тут, как говорится, сыт и голодному не товарищ. Из-за грязи.
родная Ирина. Я всюду и вечно с тобой. Прости, что порой назвался любимой. Прости, что ударил ногой. Поэтому рок-культура приняла на себя в конце 70-х годов, она приняла на себя огромную какую-то ношу, которую, наверное, по возможностям реальным и музыкальным, и даже человеческим возможностям долго нести ей было очень трудно. И буквально, наверное, несколько лет фактически именно рок-культура оказалась тем самым атлантом, который на себя принял всю землю. Такой огромный шар альтернативной культуры был положен на спину наших отечественных рок-музыкантов, и они мужественно продержали его некоторое время. Мы очень долго молчали, вернее, молчали не мы. Молчали там наши старшие братья или люди, в зоне которых мы воспитывались, а теперь это молчание стало свойством нашей души. А я иду, хукаю тебе, гуляти до зари. И мы сами гуляємо. Місто квітне, наче букет, дарую його тобі. Чисті площі, мити проспект, не дивля цілих тарів. Чим над нами зірки, нікого скрізь нема. І гостві пошаття руки, і перший поцілунок. Серед дерев дихання зібрав, тебе я зупинив. Кажу тобі, я люблю. Это жизнь. И я скажу больше, рок – это чисто русское понятие, потому что ни одна страна не чувствовала вот этого давления, вот этого рока на себе. Рок завис над Россией, и он до сих пор висит, поэтому русская душа чувствует несправедливость и боль гораздо сильнее, чем любая другая. Не было ситуации, не было все достаточно окей.
комнате тонкой нитью звенит твой истерический плач. Спалится в окнах зловещая луна, час роковой. Слышится воздух, кто-то идет, двери запри на засов. Близится грозное время, и вот слышишь ты бой часов. Это полночь! 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 Близится грозное время, и вот слышишь ты бой часов. Это полночь, 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 группа называется «Тупые». Мы поем о себе. Мы шутники. А европейцы, европейцы, все прыгают, все скачут, и сто раз умирали, и снова воскресают. А русские амбалы, амбалы, все спят до сладкой спячки. Вдруг как встанут, как встанут, да как замочат европейцам, европейцам. И грянет страшный русский ренессанс. И грянет страшный русский ренессанс. А демократы, демократы, всю кровь сосут и ноют, и все с ума слетели, совсем уж обалдели. А русские амбалы-амбалы все кормят этих гадов. Потом вдруг как бросят, как бросят, да как замочат демократам, демократам.
играет страшный русский ренессанс. Играет страшный русский ренессанс. А у барабаны все пьют по одной водку, все пьют друг другу лица. Потом вдруг как бросит, как бросит, да как придумают свой способ. Грянет страшный русский ренессанс. Играет страшный русский ренессанс. Вот эти самые рок-музыканты – это те люди, на которых единственное, на которых сейчас можно надеяться. Они не одни, их много. Вот я как бы себя причисляю к их числу. Мне кажется, что эти люди, которые могут сделать и делают уже сейчас то, что необходимо для этой страны. Это начало, об этом нужно все время помнить, о том, что это только начало, это только первые шаги. Они такие неуверенные, как бывают у детей. Потому что долгое время, это страшно довольно-таки вспоминать, потому что это пришло совсем на раннее детство и юность, мы не имели возможности вообще не только что говорить, мы не имели возможности думать, как нам хочется. Мы были люди, которые были как автоматы, запрограммированы на определенную жизнь. И старшие, их уже не перевоспитаешь. С ними довольно мало надежд может быть связано. Может быть связано только с молодыми. Почему перестройка для нас явилась такой не то, что там неожиданностью, а тем единственным моментом, который только и мог существовать? Потому что появился человек, который поверил в личность. То, что никогда не было в этой стране, вот за исключением там, не знаю, первых лет советской власти. Пришел Горбачев и сказал, я сделаю так, как не было никогда до сих пор. Он напоминает такого человека, который стоит посреди топкого болота. Вот для России болото – это вообще такая очень важная вещь. Вот он стоит на одной кочке, на одном твердом и очень маленьком пространстве. Он стоит и вокруг себя, вокруг этого болота, наращивает некоторый плацдарм. Он создает почву для того, чтобы туда мог встать еще один человек, и еще один человек, и так далее. Он в страшно шатком положении. Я лично, как человек, страшно переживаю за его судьбу, потому что мне кажется, что я все время понимаю, что он хочет сделать. Он хочет сделать невероятное. Он пытается поменять психологию, которую вбивали в людей 70 лет. Тех, кого невозможно было вбить в начале, в 30-е годы, их убили. Тех, кто испугался сам, их заставили замолчать. И надолго. И у них сейчас возможности говорить нет. Эта возможность есть у молодых, потому что мы вынуждены были выдавить из себя страх. Когда стало понятно, вот когда ты не можешь сначала заснуть, а потом ты не хочешь просыпаться, потому что утром ты не знаешь, что тебе делать, ты не хочешь просыпаться. Когда у тебя нет ничего, все равно, что за все время день серый за окнами, вот как сейчас. И у тебя нет вообще ощущения солнца, тебе незачем жить. И нужно было это в себе преодолеть, потому что нужно было либо кончать самоубийством, что и было, так сказать, с некоторыми людьми, или, так сказать, выживать. И тогда нужно было изгнать из себя страх. И мы перестали бояться. Это произошло. А потом выяснилось, что наше вот это вот, то, что мы не боимся, он как будто бы поменял ситуацию вокруг. И я верю в тех людей, которые перестали бояться. Для тех, кто не ждет ответов на вопросы, я пою для тех, кто не
идет своим путем. Я рад, если кто-то понял меня. Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. В небе я зубрям тех, кто устал, мне непонятен тот, кто спит. Я не принимаю, если достал Бог, и мне не интересен лифт. И я люблю огонь, заставить людей, а ночью видна ночь. И если кто-то думает так же, как я, мы с ним похожи, точь, точь. Мы вместе, мы вместе, мы вместе, мы вместе, мы вместе. Наш разговор не стоп. И тогда давай попросим на потом, кто будет тем. Быть громад, Бог и микрон. Мне все-таки кажется, что гром. И если новый день, то ночь коротка. Очень сильно говорят нет. И поэтому я не ношу часов. И я предпочитаю свет. Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. We faster, 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 we faster. Спасибо. And even in the Far East, which is here, near Japan and China, in the city of Vladivostok, they also have a rock club with some bands. So, I can say that rock music is existing in the Soviet Union from the very west to the very east, and the distance is about 11,000 kilometers. Спасибо!